положит моление матерне ко благосердию владыки, не прези грешник мой высти, чистая, и ко милости внести спасти моги, и жертва дать она приволивай, города предварят нищедроты твои, Господи, яков нищаком зело. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, и избави нас, очисти грехи наши имени ради Твоего. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцелимощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле, хлеб наш насущный дай нам здесь. И остави нам долги наши, как и мы оставляем должников наши. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава, Царь Святый, Бог и Духа, и Христа, и во веки веков. Спасибо.
От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на суже и в наготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневность течения людей, забота всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бога, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Арет истерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в казине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, теле ли, не знаю, в мире тела, не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба.
и знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало плоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Мир тебе, Ищущему, и Духове Твоему, премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Царство небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Страшно.
Спасите. Помилуй меня, прости меня при решении моего, вольно и невольно, за словом я же делаю, но же обидение и неведение. Исподобие осужденно причаститься при чистых Твоих таинств, оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечер Твоя тайная, дни и Сыне Божий, причастие ко мне прими. Не по врагом Твоим тайным, по им нелазданье там я приуда, но по разбойник исповедую Тебя, помилуй меня, Господи, во царстве Твоем. Да не все ли в осуждении будет мне причащение при чистых Твоих тайн, новое исцеление души и тела. Аминь. Пречистое тело и Твое, Господа Бога, Спаса нашего Иисуса Христа, причащается. Господи, Господи, яко ты, Иисус.
поступающие спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твое сохрани. Посети любящие благодарить дома Твоего, и тех вас продолжить Твою силу, не сами наступающих на Тебя. Мир миру и Твоему дару церковь Твоим, священникам и всем людям Твоим. Яко всякое дай благо и всегда совершен свыше есть, ходя и Тебе со свет, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение высылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Посвятим плоды. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка Господи Божий наш, заповедавший каждому по его усердию приносить Тебе Твое из Твоего и вознаграждение за это подающий Твои вечное благо. Ты с любовью принявший посильное приношение вдовы, прими и ныне от Твоих рабов принесенное Тебе, которое удостой принять в Твою вечную сокровищницу, а принесшему дары все для него полезное и обилие земных благ, ибо благословенное имя Твое и прославлено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Благословляется плоды сия, кормление воды священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается плоды сия, крещение воды сия священного имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается плоды сия, крещение воды сия священного имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. А? Вот оно мое.
душе роб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Благословение Господне на вас, того благодати человека любим всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых первоверховных апостолов Петра и Павла, иже памятных и ныне совершаем, иже восвятых отца нашей Иоанна, архиепископа Константина, града Златоустого, святых праведных Бога Отец и Германии, всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любим.